Я суперэлитный ниндзя и в любом случае когда-нибудь стану Хокаге. Поэтому запомни хорошенько мое имя. Пятьдесят шестая часть. Жестокая правда. В предыдущей серии. Узумаки Наруто, бедный ребенок. Все тебе лгут, а ты им веришь. Что? Ты пришел, чтобы нести тут какой-то бред? Я же сказал, что я не в настроении, сказал Узумаки, выпуская свое ки. Но каково было его удивление, когда он понял, что этот шиноби абсолютно не чувствует эмоции. Узумаки Наруто, я тут, чтобы рассказать тебе правду. Все тайное становится явным. Дарин, слушаю тебя. «Что ты хотела мне сказать?» – серьезно спросил Минато, видя серьезное выражение лица Рин. «Это связано с Наруто?» «Нет, сами. Дело в том, в чем... Короче, у Ами задержки. В таком возрасте это нормально, но не на 2 недели», – сказала Рин, продолжая смотреть на сенсея со всей серьезностью. «Погоди, Рин, неужели ты хочешь сказать мне, что...» Минато крайне сильно удивился, поняв, к чему клонит она. «Но стой, подожди!» «А тебе откуда знать, когда там у нее, что по циклам?» «Пару раз на тренировках она сказала мне, что не может тренироваться. Ну и я приблизительно поняла, что да когда. Хотя да, может быть, я ошибаюсь. Возможно, я поторопилась. Ладно, я пойду, но думаю, стоит проверить ее. Готов стать дедом?» «Не очень-то». «Ладно, Минато-сенсей, я пойду. Всего хорошего вам». «Давай, пока», — сказал уже как-то затуманенно Минато. «Надеюсь, все будет хорошо». Неожиданно в кабинет Хокаге с окна ворвался холодный, пронзающий до костей ветер. «Этот ветер... какой-то противный ветер», — сказала Рин, стоя на крыльце первого этажа резиденции Хокаге. За пару секунд все небо затмило темными обложками. Раздался сильный гром без молнии. А позже на землю стали идти первые капли холодного дождя. «Нужно дойти побыстрее до дома», — сказала она. Два старика медленно шагали по Конохе, разговаривая о своем. Их не волновал сильный ливень, они были увлечены тем, как же отомстить одному человеку. «И что же ты предлагаешь сделать? Как ты собираешься мстить этому сопляку?» — спросила Кохаро с неким предвкушением. «Я ударю по самому дорогому, что у него есть. Он слишком многое о себе возомнил, даже Хируза не смел так с нами общаться, хоть он и был Хокаге. Эх, царство небесное ему, он был таким добрым. Он держал все кланы у себя в кулаке, и все были равны друг перед другом. А теперь посмотри, что произошло с Конохой, Учихи. Разрастаются, как свиноматка. Другие кланы ведут подпольную вражду между друг другом. Хотят все больше и больше влияния в деревне. И когда они осознали, что Джинчурики уже совсем распоясался, практически каждый был готов к тому, чтобы взять его к себе на перевоспитание. Никто не понимает, кроме нас, тех, кто уже многое пережил. Считают, что мы от старости сошли с ума. В край. Но нет. Я-то вижу, к чему все ведет. С каждым сказанным предложением Хомура повышал голос. Он испытывал большую злость на то, что происходит с его деревней. «К военному перевороту?» – предложила Кохару. «Именно. Да брось, Хомура. Да, происходят мелкие ссоры меж кланами, но не думаю, что все дойдет до такого. Кохару, забыла, что это я был во времена Второй мировой войны шиноби одним из главных тактиков. Поверь, я вижу все наперед, поэтому нужно как можно быстрее избавиться от Минато и встать на пост Хокаге. Но начнем, пожалуй, с его семьи, а то они тоже могут продолжить его дело. Ладно, пойдем, я знаю, что мы можем сделать очень скоро. Семья Хокаге начнет страдать». «Узумаки Наруто, я хочу рассказать правду. Ту правду, что скрывали от тебя все на протяжении 13 лет. Ты поймешь, что тебе лгали все, кого ты любил, кого ценил и кого уважал. Они
предали тебя. Ты поймешь, что ты был выброшен как ненужная игрушка. Никому до тебя не было дела. Когда ты так нуждался в поддержке родных и близких, ты поймешь, что все тебя предали. Никому и никогда не было до тебя дела. Ты всего лишь был инструментом в их руках. И когда они заметили твою силу, ты снова понадобился. Тебя никогда никто не любил, тебя используют. Ты не был и не будешь любим. И самое главное, я расскажу тебе о том, что тебя больше всего интересует. Хочешь узнать, кто твои родители? Узумаки Наруто. Анбу стал сильно давить на психику Наруто. «Не неси чушь!» С яростью в голосе ответил Наруто. Это был больше похож на рев, нежели на речь человека. «Я повторюсь еще раз. Ты думаешь, что ты все знаешь? Ты думаешь, что знаешь, кто твои родители? Как ты думаешь? Какую тайну скрывают от тебя? Ты знаешь, из-за кого ты все это время страдал? Ты ничего из этого не знаешь. И я расскажу тебе все. И мне плевать, хочешь ты этого или нет». Анбу Корня по прозвищу Кобра стал еще сильнее давить на и так потрепанную психику Наруто. Он аккуратно подбирал каждое выражение и медленно следил за мимикой Наруто. И на лице Наруто можно было увидеть ядреный коктейль из самых сильных и противоречивых эмоций. Непонимание, гнев, потрясение. И это он еще даже ничего не узнал, а уже был готов сорваться. «Хватит!» – закричал Наруто, хватаясь за голову. Неожиданно он почувствовал невыносимую боль в висках. «Хватит! Не неси эту чушь, а иначе я тебя убью!» «Наруто!» – зарычал лис. «Не слушай его! Уходи! Уходи как можно дальше и быстрее! Черт, 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 черт! Мать твою, Ями!» Лис стал испытывать сильную злобу. «Зачем? Зачем ты это делаешь?» «Рано или поздно хозяин должен был узнать правду. Поэтому я прикрыл вашу ментальную связь. Однако я удивлен. Ты своей злобой стал влиять на психику Наруто. У него даже появились твои алые глаза с вертикальным зрачком. И этот шиноби хорош. Так искусно манипулировать разумом. Я хочу посмотреть, на что способен мой хозяин, когда он по-настоящему зол. Кажется, мы сегодня все немного сходим с ума. Да, лис?» «Завались! Однажды я убью тебя! Я сожру тебя, обглодаю тебя до косточки!» «Как ты не понимаешь, Наруто должен обратиться ко тьме в своем сердце. Только так он станет сильнее. Наконец-то этот день настал, хозяин. Давайте, покажите всему миру, на что мы способны. Покажите всем свою силу и гнев!» Наруто стал часто и крайне тяжело дышать. Каждый его вдох сопровождался тяжелым хрипом. «Какая уже разница, кто мои родители? Мне плевать на это. Просто оставь меня уже в покое. Я не хочу знать, кто мои родители. Ведь их уже давно нет в живых!» Истерично засмеялся Анбу. «А с чего ты взял, что твои родители?» После этих слов глаза Наруто стали расширяться, а вот сами зрачки, наоборот, сужаться. «Мертвы», — продолжил он. «Что? Мои родители? А они живы? Нет, 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 этого просто не может быть». Наруто стал на глазах сходить с ума. Эти слова он медленно пробормотал себе под нос. Его глаза были в слезах, полные боли, а его лицо было полно обиды от недавнего случая с Ами. Но терпеть это было тяжело. Теперь эта обида переросла в темную, нарастающую бурю. «Я хочу узнать, кто эти ублюдки, что бросили меня в детстве, ведь из-за них я все это время страдал от одиночества и бесконечной боли. И из-за них я все это прошел, убил множество людей. Из-за них. Тогда слушай меня внимательно, Узумаки Наруто. Я скажу тебе имена тех, кто обрек тебя на это жалкое существование. Все началось 13 лет назад. 10 октября, если быть точнее. Знаешь, что за дата,
Именно тогда у четвертого Хокаге Мината и Кушин должна была родиться двойня. Старшего они хотели назвать Узу... Запнулся Наруто, понимая, к чему ведет его собеседник. Узумаки Наруто? Но ведь я это имя выбрал себе сам. Не торопи события. Сейчас я тебе все расскажу, а ты слушай внимательно. У жены четвертого должны были родиться два мальчика. Старшего они планировали назвать Узумаки Наруто, а младшего Менмана Микадзе. И так получилось, что во время родов Кушины на деревню напал неизвестный Учиха. Он похитил жену четвертого и вытащил из нее Кьюби. И тогда началась схватка Мината против Кьюби против Учихи, что напал на деревню. Мината победил того Учиху и пошел разбираться с лисом, что ломал деревню. Придя в деревню, он видел десятки тысяч мертвых людей и ужаснулся. Но времени не было. И нужно было предпринимать хоть что-то. Ведь с каждой секундой погибало все больше и больше людей, и вот он решается запечатать лиса, но пока было неясно, в кого именно. Ведь его жена Кушина Узумаки больше не сможет сделать силу лиса, и выбор пал на его детей. Старший сын выглядел крепче, нежели младший, и поэтому он решается запечатать лиса в своего старшего сына Узумаки Наруто. Но вмешивается третий и говорит, что лучше уж он умрет, нежели молодое поколение лиса благодаря третьему и четвертому Хокаге запечатывают в старшего сына Мината и Кушины. Но в тот день произошло нечто странное. Его старший сын на глазах поменялся. Его волосы, глаза и чакры. Все это изменилось, и четвертый Хокаге, испугавшись, бросает сына в приют, чтобы оттуда следить за ним. А дальше ты и сам знаешь, что произошло. После этих слов Анбу стал внимательно следить за выражением лица Наруто. Но оно было пустым. В нем не было ничего, только лишь взгляд в пустоту и слезы, что шли не переставая. «Все именно так, как ты и думаешь, Узумаки Наруто. Твой папа – это Мината Намикадзе, а твоя мать – это Кушина Узумаки». «Нет, я не верю тебе. Это неправда. Это неправда. Нет, не верю. Это все ложь. Это все ложь. Ложь. Ложь, ты лжешь мне! Этого не может быть!» Сначала Наруто говорил тихим голосом и очень медленно. Попозже он перешел на истерический крик. «Раз не веришь мне, то вот», — сказал Анбу, протягивая бумагу. «ДНК-тест. Ты 100% сын Минаты и Кушины», — сказал он, слегка улыбаясь под маской. «Это подпись. Меня столько раз избивали, и я столько раз лежал в больнице. Это ведь подпись главного врача?» «Нет! Какая разница? Я все равно не верю. Этого не может быть. Но не может этого быть. А с тобой становится все тяжелее и тяжелее общаться. Ну, ты можешь спросить у Хокаге сам. Но знай, что бы он тебе не сказал, ты должен знать лишь одно. Что бы он тебе не сказал, это ложь. Он бросил тебя, обрекая на страдания в этом жалком приюте, пока твой брат молчал и получал всю любовь от родителей. Ты получил одну лишь боль от жителей деревни, которой правит твой отец. Тебе лгут, смотря прямо в лицо. Оглянись вокруг, тебя одни лишь лицемерные твари окружают. Тебя используют для блага этой деревни. Ты никогда не был и не будешь любим, бедный ребенок. Столько лет жить тут, верить и думая, что ты хоть кому-то нужен, а на деле они все вытирали об тебя ноги, и вишенка на торте – Мината Намикадзе, тот, кем ты восхищался и чуть ли не боготворил его. В интонации Анбу была словно некая издевательская по отношению к Наруто. В итоге же он оказался твоим отцом, бросившим тебя. Ну что, ты все еще хочешь быть пятым Хокаге, быть его преемником? И каждое слово его был одновременно и ядом, и кинжалом для сердца и души маленького Наруто. Его лицо так сильно искривилось от боли, и еще больше от злости. Ком к горлу подошел. И был такой большой, что даже дышать было тяжело. «А твоя мать? Ты думаешь, что она ничего не знала? Наверное, сейчас думаешь, что хотя бы она переживала за тебя?» После этих слов Наруто поднял голову и посмотрел на Анбу, а в его взгляде и можно было увидеть разбитую надежду. «Она все знала и с радостью отдала за столько лет. Она
Могла бы хотя бы поинтересоваться тобою, или хотя бы кто там этот новый Джинчурики. Но нет, она всю любовь отдала твоему младшему брату, забыв про своего первенца. Ей было наплевать на тебя, запомни. Ни Минато Никушина, ни твой брат, ни сестра никогда не любили тебя, сказал он, делая акцент на каждом слове. Как только ты стал сильным, они обратили на тебя внимание. Подозрительным это не находишь, а? Узумаки Наруто. Чунин деревня, вскрытая в листве, сказал он, немного кривляясь перед Наруто. Сказал Наруто едва хриплым голосом. А его глаза, они, даже у мертвеца глаза и то были, живее, чем у Наруто. Мой приемный отец, он ведь любил... Он никогда не любил тебя. Он знал о том, кто твои родители, и врал тебе, смотря в лицо. Тебе никогда и никто не говорил правды. И даже дочка Хокаге виртуозно манипулировала тобою. Знай, мать, брат, отец, деревня, кто бы ты ни был, но кто тебя видел, находился рядом с тобой, никто тебя не любил. Ты всегда был так называемым третьим лишним. Ты как был демоном, так и остался. Такой, как ты. Обречен на вечные страдания, знаешь почему? Просто потому, что неудача преследует тебя с самого рождения. Знаешь, я тебе не завидую. Я бы не пожелал даже врагу пережить то, что ты пережил. Запомни, ты дьявол, и ты всегда будешь один. Анбу посмотрел на лицо Наруто, которое было в слезах, и добавил. Даже дьявол может плакать. На тебя жалко смотреть. И тебя-то называют дьявол. Неожиданно прервался Анбу. Что? Почему небо внизу? Как это стоит? Это мое тело? Рука Наруто покрылась тьмой в виде длинного, закругленного клинка. Он резким и быстрым движением обезглавил Анбу. Контролируй. «Контролируй, контролируй, контролируй себя!» Сказал Наруто, шипя от боли. Но понимая, что это не помогает, он стал сильно бить себя кулаком в висок. Он бил так сильно, что даже кровь стала стекать по лицу. «Я должен узнать сам все о Хокаге!» Стал говорить Наруто спокойным тоном уже. Но вот только темная метка демона дошла уже ему практически до лица. Рисунок задевал левую щеку, а второй рисунок задевал практически левый глаз Наруто, который, к слову, уже был демонический. А второй его был обычный, холодный, мертвый и безразличный ко всему, как кусок холодного льда. Наруто отпрыгивает от земли и приземляется на ветке дерева. Он медленно поднял голову к небу, где были темные, грозовые тучи, и дождь лился не переставая. Этого ведь просто не может быть. Мои родители мертвы давно. Итоши мне бы никогда не соврал. Прошу, хотя бы это бы оказалось именно так, как я сейчас сказал. Пожалуйста, иначе. Но вместо того, чтобы продолжить свою речь, Наруто испустил большое количество своего темного ки вперемешку с жаждой убийства. Это сразу же почувствовали опытные шиноби. «Это чувство», — сказал Какаши, смотря куда-то далеко в сторону леса, и неожиданно подул сильный холодный ветер. «Этот ветер прямо как тогда, в ту ночь, 13 лет назад». «Какаши, эй, Какаши, давай устроим соревнование», — сказал в привычной для себя манере общения Гай. «Отстань, Гай, у меня настроение пропало. Плохое у меня предчувствие. Надвигается что-то, что-то ужасное». «Эх», сказал его вечный соперник раздосадованно. «Ну ладно». Ами бегала по всей деревне уже через силу, пытаясь найти Наруто, пока ей не пришла в голову одна идея – пойти сначала к отцу и все же сказать ему, что она все-таки выбрала жить с Наруто, нежели порознь. Из последних сил она добралась до резиденции Хокаге, где по счастливой случайности была и ее мама. «Что такое, Ами?» — встревоженно спросила Кушина. «Мама, и ты тут? Это даже к лучшему. В общем, я наконец-то смогла разобраться в своих чувствах. Я поняла, чего хочу и что мне нужно. Мама, папа, мне без разницы, брат, не брат. Я люблю Наруто и хочу всегда быть рядом с ним и поддерживать его», — сказала Ами как-то радостно. «Знаешь, доченька, мне без разницы, с кем ты будешь. Я согласен на все, лишь бы ты была счастлива», — сказал Минато с улыбкой. «Ами», — сказал Хокаге, но уже изменив выражение лица на более серьезный вид.
Я попрошу тебя об одном. Сделай все возможное, чтобы сделать Наруто счастливым. Да, пап, обязательно, сказала она с улыбкой и со слезами на глазах. Мам, а ты что скажешь? Главное, чтобы ты была счастлива, сказала она с улыбкой, обнимая свою дочь. Потом Минато встал из-за стола и тоже всех приобнял. А знаешь, Кушина, сказал Минато задумчиво, вероятно, мы больше не сможем сблизиться нормально с Наруто, но если он станет мужем Ами, то мы сможем гораздо больше проводить с ним время. Не торопитесь, я ведь поссорилась с Наруто, сказала немного грустно Ами. Не волнуйся, доченька, я уверена, что если ты поговоришь с ним, ты обязательно помиришься с ним. Неожиданно они услышали чей-то писк, и за дверью послышались чьи-то разговоры. «Аккуратней, пожалуйста, молодой человек!» Судя по всему, это был голос секретаря. «Не путайтесь у меня под ногами, мрази!» Послышался до более знакомый голос. И вдруг дверь с грохотом открывается, и в комнату врывается Наруто. В глазах было бешенство, но за пеленой бешенства скрывалась обида и печаль. «Говори! И не смей мне врать! Кто мои родители?» От криков Наруто все сразу же испугались. «О чем ты, Наруто?» – в панике спросил Минато. А Кушина и Ами даже пошевелиться от страха не могли. Ведь Наруто истощал столько злобы, что было видно. Даже четвертый Хокаге сильно вцепился руками в кресло. «Отвечай на поставленный мною вопрос! Кто мои родители?» Продолжение следует. Поставь лайк, подпишись и нажми на колокольчик, напиши свой комментарий и не забывай залетать в группу ВК и деревню Шиноби в Дискорд сервере, ссылки в описании. А с вами был, как всегда, Ганзи, спасибо за просмотр, берегите себя, еще услышимся.